Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала «Мединформа», программы мы с Михаилом Касаном. Я с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это Марк Фейгин, известный адвокат, ютуб-блогер, политик. Здравствуйте, Марк Захарович. Рад приветствовать, Михаил, рад приветствовать всех зрителей. Марк Захарович, массовые, просто массированные обстрелы Одессы второй день подряд, но то, что было сегодня, конечно, Одесса не видела за все 1,5 года войны. С чем вы связываете вот этот массированный обстрел со стороны государства-агрессора России? Ну, очевидно, что они тем самым пытаются продемонстрировать некий ответ на взрыв Крымского моста, Керченского моста, и ровно именно поэтому Одесса и стала таким объектом обстрелов и так далее. Они это обосновывают тем, что там находятся какие-то склады, командование военно-морских сил Украины и так далее. Но я думаю, что просто именно в силу того, что именно Одессу обходило это все, теперь они решили как-то это компенсировать, показать, что есть и новые цели, которые они вполне могут задействовать для обстрелов. Сложно судить, насколько продолжительным будет именно такие обстрелы. Вот. Мне сложно судить также, насколько эффективно работает украинское ПВО, но, наверное, достаточно эффективно. Вот. Но, по-видимому, так сказать, это еще и для внутреннего употребления. Ну, как бы Одесса, неприкасаемый город, русский же город, они же сами говорили, что типа он же, Одесса является особенным местом. Вот. Но, тем не менее, видите, ограничений никаких нет. Если хочется очень, то можно и уничтожать Одессу. Но это лишний раз доказывает, насколько притворны все разговоры о там, защите русского мира и так далее. С них начиналась война. Но это лишний раз доказывает, что цель ее была совсем не эта, не защита русскоязычных и так далее. Самая большая часть, самая решающая часть пострадавших на Востоке, там, не знаю, часть Юга, это именно русскоязычное население. Поэтому их задача просто уничтожить Украину. Уничтожить украинскую нацию, вот как субъект. А по ходу можно уничтожать все, что угодно. Русские, не русские, там, это вообще не роль не играет. Массированный обстрел свидетельствует о том, что оккупантам есть чем стрелять. Вот сегодня появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Киргизстана за вот этот двойной импорт. Но им занимается не только Киргизстан, занимается Армения, ряд других стран. Пакистан. Почему так долго Марк Захарович вводит санкции против отнюдь не только постсоветских компаний, но там же задействованы и западные компании? Почему России дают возможность перевооружаться? Ну, старая проблема. Неповоротливость Запада, его неспешность, его там бесконечные процедуры, много этажей обсуждений, надо, не надо, бесконечное согласование, страхи, а не потеряем ли мы там Центральную Азию или еще что-нибудь. Это вот все влияет. Хотя на самом деле я раз за разом говорю о том, как считаю, что чем жестче вы действуете, даже по отношению к тем, кто прикидывается союзником, тем куда скорее он будет более покладист и дисциплинирован. Если вы даете люфт, то в этот люфт все время помещается такая бинарность интересов, если не сказать двуствольность. Да? Можно и с Россией поддерживать отношения, но и одновременно еще и, так сказать, постоянно заявлять о том, что ты привержен, там, как Грузия, например, и руководство грузинской мечты привержено евроинтеграции. А на самом деле и торговать, и немножко шить, как говорится. Поэтому неповоротливость Запада, она вызвана как раз прежде всего, в первую очередь, вот этими страхами, а во вторую – это сами механизм введения санкций. Он очень и очень многоступенчатый. Он требует постоянных на разных уровнях, разных ведомств согласования. От этого, так сказать, нету реактивности необходимой. Марк Захарович, вы эту тему поднимали уже в своих эфирах. Петр Павел, президент Чехии, говорит о том, что второго контрнаступления может не быть, но если не второго, то третьего. Это означает, что Запад устает, а без западного вооружения Украине, естественно, будет очень сложно к предыдущему контрнаступлению, то есть к этому Украина готовилась в течение 10 месяцев. Какие-то риски в себе несет, и действительно ли перед нами замаячил новый Минск? Я бы сказал так, пока Павел выражает мнение, ну, скажем, не общее, не то, которое преобладает внутри, ну, там, стран Запада или там, ну, в Вашингтоне,
Там то, что противоборство идет, и есть силы, которые выступают за фиксацию ситуации и ее закрепление, там, условно, по сценарию двух ГДР, там, ГДР, ФРГ или что-нибудь, там, двух Кореи, часто это я слышу, такое не исключено. Видите как? Но ведь это же не поддерживается общественным мнением. Вот я бы даже сказал на Западе, пример конкретный, в Соединенных Штатах, ну, мы не говорим про Чехию, Чехия там все-таки не самый лучший показатель, как часть Центральной Европы. В Соединенных Штатах поддержка Украины до 68% возросла. 65-68%, Ипсос проводил эти опросы. Ну, так проблема или, так сказать, заключается для политиков еще и в том, что они должны следовать за общественным мнением. Понимаете? Что касается наступления, подготовки, неподготовки, всего остального. Тут ведь какая проблема существует? Невозможно предсказать войну на 100%. Динамику контрнаступления, освобождение, деоккупацию территорий. Ну, все-таки у этого есть масса всяких превходящих, да, начиная от недокомплекта техники, недиверсифицированной, нет самолетов, нет ракет большего радиуса действия и так далее, и так далее. Это, безусловно, влияет на контрнаступление. А почему не влияет? Ведь воюют же не с Зимбабве, понимаете, воюют с страной, которая обладает несметными, прежде всего, биоресурсами, там, людьми, которых она может вытрачивать без оглядки. Диктатуры, жесточайшие диктатуры, которые, в принципе, не руководствуются никаким общественным мнением, свои решения произвольно принимают. Это надо тоже учитывать. Но требовать от Украины сверхусилий, она их и так прикладывает все, какие только возможно. Потому что даже тот результат, который достигнут, пусть даже с 19-20% оккупированной территории, это феноменальный результат за полтора года, так сказать, он мог бы быть куда печальнее, куда хуже, понимаете? И сам факт того, что, знаете, не все контрнаступления были удачными, украинские. То есть Харьковское было очень эффективным, быстрым, стремительным в начале сентября прошлого года. А вот, например, на Херсонском, например, до Дучан, сколько вот двигались вдоль берега Днепра, правого берега? Очень долго. Ну, так относительно, по сравнению с Харьковской операцией. И, тем не менее, все равно результат не заставил себя ждать. Российские войска покинули правый берег. Ну, а где гарантия, что такой, в кавычках, перегруппировки нельзя ожидать в дальнейшем, ну, может быть, не на всей линии тысячи с лишним километров фронта, но на каком-то важном ее, существенном для Украины участке. Поэтому я бы вот не торопился, как минимум до сентября, до, ну, каких-то там дождей, до конца сентября, дождей какой-то, ну, погоды и географии, да, еще есть время для того, чтобы добиться каких-то ощутимых результатов этого контрнаступления. Поэтому мне кажется, да, Павел дважды повторял этот тезис о том, что у Украины есть только один шанс. Но, с другой стороны, история не заканчивается, все продолжается, ничто никуда не девается. Поэтому говорить о том, что это обреченная ситуация на Минск или ему подобные соглашения, ну, мне кажется, преждевременно сильно. Вчера в эфире одного из французских телеканалов журналист, он предположил, основываясь на каких-то сведениях, это мог быть фантазии, никто не знает, но рабочая версия, о том, что при определенных обстоятельствах поляки и балтийские государства могут сформировать дивизию, которая будет воевать на стороне Украины против России в этой войне. Опять же, при определенных обстоятельствах, если будет складываться специфическая обстановка на фронте. Насколько вы, скажем, валидируете эту версию? Насколько она вообще реальна? Вы знаете, я скажу так, что я не очень верю, что именно на фронте будут такие дивизии воевать, сформированные из польских военных и, допустим, из там, Литвы, из стран Балтии, не буду утверждать. А вот войти на территорию Львовской области, ну или на запад Украины для того, чтобы создать зону безопасности, вот такое я могу допустить. При определенных обстоятельствах я такое вполне могу допустить. Потому что, ну, во-первых, правительство в Киеве, власть в Киеве вправе заключить такое соглашение в рамках, ну, будущих, так сказать, натовских договоренностей и всего остального, впустить на свою территорию войска иностранных государств. Никто не вправе ей запретить это делать. Это раз. Второе. Значит, необходимость в создании зоны безопасности для чего? Самолеты не летают.
разговоры идут, давайте во Львовский или Ужгородский аэропорт сажать сюда, потому что, ну, это сильно осложняет там и коммуникацию, и, ну, и все на свете. Ну, нет самолета. Я вот ездил в Украину поездом, это действительно большая морока для скорости, конечно, больше, потому что, ну, ты прилетел, улетел. Вещи какие-то есть очень быстрые. Хотя это касается и других аспектов. Ну, то есть авиасообщение. Второе. Уменьшить поток мигрантов, ну, то есть беженцев, я имею в виду, из Украины в Европу. Потому что, ну, как, этих людей нужно обустраивать. Это социальная нагрузка, это действительно нагрузка на бюджеты. Если бы они могли оставаться на западе Украины, там, в одной-двух областях, ну, согласитесь, это бы, конечно, бы создало напряжение в определенной части страны, но все-таки это и сняло некоторую проблемность с перемещением огромного числа людей. Это же не 100 тысяч, не миллион перемещений, там 8 миллионов, там говорят, 9. Они могли бы, ну, хотя бы какая-то часть, ну, 20, 30, может, 40% оставаться на западе Украины. Для них бы там какая-то инфраструктура была бы создана, там построены какие-то дополнительные школы, больницы. Ну, какая-то инвестиционная активность могла быть. Но это только при условии, что не будут эту территорию бомбить, что ее не будут обстреливать. Стреливать ракетами, дронами, там, чем угодно. Далее. Это возможность для функционирования работы военно-промышленного комплекса. На территории Запада Украины можно было бы создать такую базу, где можно было ремонтировать технику, там, какие-то образцы создавать, те же дроны и так далее, без опасности того, что эти объекты будут обстреляны, как это происходит по территории всей Украины, чем занимается, собственно, Москва. Конечно, ПВО выполняет часть этих функций, но нужно... Помимо ПВО, я думаю, в этой части Запада Украины нужно усиленно как бы создать пояс безопасности именно противовоздушный. Но помимо этого войска были бы дополнительным гарантией. Ну и потом третий аспект, знаете, какой? Ну так в НАТО все равно же вступать. А что, если в НАТО вступит, так база на всей территории Украины будет создана военно-воздушные, военно-морские. И оперативные штабы какие-то, там разведывательные разного рода базы и так далее. Ну, так а что и что? Ну, на следующем саммите НАТО, я уверен, в Вашингтоне юбилейном Байден торжественно это приглашение озвучит Украине. Мое такой прогноз, мой прогноз. Тянуть дальше нельзя. Пока приглашение, пока его согласуют все страны, 31, 32 будет в Швеции. Ну, время пройдет и так далее. А там, глядишь, и война ближе к ноябрю, может быть, закончится к выборам 2024 года. Но в любом случае, а что тогда? Если говорить о том, что Украина вступит в НАТО, ну, так это же первые предпосылки должны быть. Ну, войска НАТО на территории будущей страны НАТО. Очень логично. Марк Захарович, последний вопрос. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что Россия угрожает ЮАР войной, в случае, если Путин будет арестован при прилете для участия в заседании в саммите БРИКС 22-24 августа. Президент ЮАР заявил, что это было бы несовместимо с Конституцией рисковать вступлением в войну с Россией. У него есть конституционное обязательство по защите национального суверенитета, мира и безопасности республики. Вы знаете, честно говоря, я впервые слышу, чтобы Россия соседствовала с ЮАР. Откуда такой страх перед Россией? А как Россия будет воевать с ЮАР? Просто интересно. Каким образом? Ну, только теоретически можно допустить, что находящиеся различные там остатки ЧВК «Вагнер» или каких-то сил, которые переименованы, будут устроить на 55 количеств, по количеству стран континенте в Африке, устроить какой-то там, я не знаю, бардак там на границу ЮАР и так далее. Ну, там ничего такого нет существенного. Я думаю, что это напряжение, которое искусственно создается руководством ЮАР, чтобы Путин не приехал. Смотрите, как сложно все, зачем, пусть Лавров приедет. Я думаю, что так оно и будет. Путин не станет рисковать, когда такой вопрос, знаете, какой-то непонятный. Дело даже не в Рамафосе, в ЮАР, а ты пойди, долети туда, до этой ЮАР, туда 24 часа лететь. Понимаете? И поэтому я в Африке бывал, но в ЮАР не бывал, но был недалеко. Поэтому я хочу сказать, что ты пойди, долети. Там тебя собьют 20 раз. Если вот... Ну, а Путин же боится этого, конечно же. Поэтому это напряжение, оно, мне кажется, приведет к тому, что онлайн поучаствует он в этом саммите. Но ему важно показать, что решение МУС игнорирует страна под юрисдикцией МУС находящейся. Вот это важно. Показать, что МУС – это какая-то такая общественная организация, на нее можно не обращать внимания. Ровно поэтому вся суета вокруг этого саммита происходит. И Россия, кстати, в конце июля проводит в Санкт-Петербурге саммит «Россия-Африка». Это же тоже как-то связано с БРИКСом, потому что
ну, ЮАР и все остальное, но показать, что вот мы тут, смотрите, активно занимаемся сотрудничеством, и вам не надо прислушиваться к американцам и европейцам, которые требуют, значит, ни в коем случае не приглашать изолировать Москву, ну, под предлогом наличия ордера на арест Путина как военного преступника. Я думаю, это кончится тем, что Путин не поедет. Вот мой прогноз, он онлайн примет участие, скорее всего, поедет Лавров, ну, так думаю. Но Путину остается важным где-то прорвать эту блокаду изоляции для того, чтобы показать, что решение суда никакой роли не играет. А Запад играет в сторону того, что нет, это самое настоящее решение. Вот. Конечно, с ЮАР никто воевать вот в полном смысле не будет, что-то атомную бомбу что-то кинут, не кинут. Но приведет это, скорее всего, все-таки к тому, что Путин на саммит не поедет. Мой такой прогноз. Спасибо большое, Марк Захарович, за это интервью. Не за что.